Приветствую вас на канале Asmodeploy. Мы продолжаем играть Ведьмак 1. Давайте. В верхнем квартале мы очутились. Долго же мы идем к победе-то? Долго. Сундук, книга чародейки и волшебства. Так, нет, все закрыть. Портал Трис, что за портал Трис? Куда хотите отправиться? Пока здесь останусь. Охренеть, у меня что-то территория-то разрослась. Так, а у нас там. Да, давай, все возьмем. Нижний шкаф. Так, пром так. Анатомия со слов свидетелей. Монструм или ведьмака, описание анатомии. Твою мать. Так, запертая дверь. Так. Вам нет свободного места. Сейчас освободим. Так. Со слов свидетелей опять же. Почему заперто? Так, смотрим, что у нас с заданиями. Так, места. Башня мага. Болото Визима. Дом Трелис, дом Шани. А, так это я просто не смотрел. Поэтому тут все у меня так. Глоссарий. Гномы. Большинство из них живет в Махакиме. С краснолюдами. Так, предположим, заметки Кальштейна. Так, история. Краснолюды. Ну, блин, это вот все описание этого. Это защита. Это вот ловушки делает. Ну, только что выучили. Так, это огонь. Это так, просто оглушение там. Так, места, ингредиенты. Сколько много всего открыл. Рецепты, задания, ведьмачьи секреты. Язар, так, так, это, блин, это основная задача. Вся королевская рать трест передала мне пропуск, предоставляющий право находиться в купеческом квартале, из-за чего интересно в город ввели чрезвычайное положение. Из-за чего? Самому интересно. Так, меня установить 3 магических сенсоров 3 разных. Вот. Один в храмовом квартале. У спуска в канализацию, это я знаю. А третий на кладбище. Есть такой трейлер, считаю, что именно эти магические так стали причиной. Подожди. Попросил меня установить так в 3 разных местах. В Изиме.
Один в купеческом квартале у ратуш. В купеческом квартале у ратуш. Прошлое. Так. Трис пытается уговорить меня сходить на званый вечер, который будет проходить на втором этаже нового наркорта. Так. На обелисках теперь башня открыта. Я должен сообщить об этом Кельштейну и получить вознаграждение. Ну, по идее, можно сходить к Кельштейну, получить вознаграждение. Ну, успеется. Мне все равно туда идти. Ставить, что там, свечки или чего у меня там. Эй, ты! Стой! Кто идет? Да. Предъяви документ. И зачем же нужно столько пропусков? Можешь пожаловаться королю. Король возвратился. Нет, но все новые эдикты скреплены королевской печатью. А кто скрепляет, если короля нет? Прощай. Клянусь честью! Я не стану разговаривать с бродягой. Пошла ты нахрен, тварь! Охренеть еще, блин. Так, ладно, давайте посмотрим, что здесь у нас. Я бы на твоем месте оружие на показ не выставлял. В районе обычно чрезвычайное положение. Все здесь стали. Так, ладно. Вон, по карте, что у нас? Это мы сюда сходили. Давайте вот сюда сходим. Нет. Кузнец, таверна. Место потеряло свое очарование. Сначала сюда, ладно, сходим. Тебя сюда никто не звал, беловолосый. А ты кто у нас, горожанин? Пошел ты в жопу, олень. Место потеряло свое очарование. С таким вооружением они отправились. Ха-ха-ха-ха. Он самый. Понятия не имею, как тебе удалось обойти карантин и добиться официальной поддержки. Должен напомнить тебе, что в Изиме действуют законы военного времени. Я буду им подчиняться. Уж постарайся. Предатели трех лилий долго не живут. Я офицер высок. Но... Не сходи с ума. Убирайся отсюда, пока тебя не... Не сходи с ума. Убирайся отсюда, пока тебя не арестовали. Так. Да? Напомни еще. По приказу короля Фольта. Объединил военное положение. Почему? Посуди сам. Чума уничтожила половину королевства. И монстры. По улицам города бродят монстры. А карантина и большего количества патрулей... Не твое дело, ведь... Блин, они аж вон... Аристократка. Нам не нужны неприятности. Ну ты-то ушлепок-то уж молчал бы. Так. Это я куда попал? Игрок, алхимик, какой-то рыночек. Зайдем. Не нужно спешить. Так, сохранить. Теперь смотрим, смогу ли я попасть в хранилище. Так-то меня вроде. Это непростительно. Чего ты хочешь? Не нужно спешить. Понятно. Чего ты хочешь? Мне надо. Потом зайду. Как время будет. У тебя волосы белые, как мой. Конечно. Крайне необычно. Давай с другой стороны зайдем.
Это писец. Побыстрее, пожалуйста. Все согласно плану. Дымовой налог, подушный налог, военный налог. Ой, ну ты-то острюхи-то, пипец, блин. Как ты-то туда кто попал? Кто за этим стоит? Дымовой налог, подушный налог, военный налог. Хватит, я побрал этих бюрократов. Ну-ка, зайдем наверх. Такое чувство, что вы здесь просто так же, дополнение. Переложить, я не швея. Заклеить, переложить, поставить печать. Заклеить. И так везде. Чиновники. Заклеить, переложить, заклеить, поставить. Какая печать. Боль. И так весь день. Нахрен. Ну вот так весь день. Ни хрена вы не делаете. Как вам в жизни. Чиновники. Так, это я где? Купеческие ворота. Травница. Так, не вот сюда куда-то идти, да? Давайте, схожу, посмотрим, что там. А он туда не поднимется. Я почему-то так думаю. Ну. Привет. С таким вооружением я бы держалась подальше от стражников. О! Что за ворота? Куда ведут? Заперто. Торговец рыбой. Привет, Аку. Не то слово. Я мне понравится копченый уголь. С удовольствием. Обожаю. Насколько? Да, многие торговцы обанкротились, когда подняли налоги на поддержку армии. Понятно. Что ж, отсутствие конкуренции идет тебе на пользу, не так ли? Не совсем. С моим товаром и так никто не был в силах конкурировать. Удачи. Обожаю зап. Удачи. Что это? Да, да, убежал-то. Алхимик, алхимик, оружие. О, оружейник. Резко направо, блин. Только где вы? Продавец оружия. Ведьмак, прячьте женщин. Прячьте женщин, да ты дебил. О, продавец оружия. Наконец. Что продаешь? Оружие. Раньше я занимался крестьянским. Понятно, давай. Минус 15, 10, 10. Так, 4 по 10. Это минус 15. А у меня минус 15. Так, у меня такие же качественные кожаные куртки. Вау. Вот это я возьму. Ну, что, сколько? Блин, у меня все есть. От 9 до 27. Выбор так. Меч для боя против людей. На большинство чудовищ не действует. Девять, 27. Вот это взять. Ну, вроде бы пока все здесь. О, книга торговец. Тебя сюда прислали. Что? Ну-ка, подожди-ка. Дай-ка я выпью. Ищет. Я думал, на рынке торгу. Не совсем. Розничная торговля тоже процветает. Давай, посмотрим. Вы уже читали. Так. Понятно. Читал.
Опа. Так, формула бомб. Читал. Так, описание водяных или рыболюдов. Последнее желание. Дальняя работа посвящена основным гением огня, а именно инфритам. Это не сделано. Книга торговец. Дерьмо какое-то. Мне нужен продавец оружия вот рядышком. Кто с ним? Оптовый торговец. Это чертова гильдия купцов. Алхимик. Ну-ка давай посмотрим, что если у тебя есть. Тебя влекут тайные искусства, в особенно. Ты готовишь снадобье? Нет, я простой торговец. Простой торговец, давай посмотрим, что у тебя есть. Уже читал. Так. Ага. Водка для эликсиров. Ладно. Какой-то другой торговец. Мое почтение. Экзотические товары из... Не похож ты на зериканца. А должен? Разве королевский элит продают только король... Так, вот это. Ну, по идее, взять надо. А это что такое? Ладно, все нормально. Нас ждет холодный год. Так. Наведи порядок, ведьма. Я разозлилась. О, кузнец. Мое почтение. Ты оружейник. Наконец-то хоть кто-то понимающий. Я хочу, чтобы улучшить мое оружие, что тебе понадобится. Не взглянешь ли на мой меч? Запросто. Но прежде чем я оценю меч и предложу улучшение, тебе придется принести мне... Драгоценно. Это сложный вопрос. Я не люблю налоги и прочие взносы в гильдию. Чем могу помочь? Я хочу... Подарок, да, это правильное слово. Принеси мне драгоценный камень, который подошел бы для украшения. Я ищу. Блин. Что тебе это понадобится-то? Кто бы знал. Старый силаж, блин, буфет, корзина. Так, а помимо кузнеца кто-то же еще был. Нет, конечно, есть изумруды. Алхимик. Мы так хрен куда дойдем, блин. Гвардеец. Горожанка, аристократ. Ведьмак, прячьте женщин. Так. Ну-ка тихо там, на. Так. Травница. О, пока правильно бегу. Доска объявлений.
Ну давайте посмотрим, что здесь. Контракт на Вивьер. Так, контракт на работу для Ведьмака. На Кикимор. На Гулей. На Фледеров. Ладно, это потом. Так. Новый Наракот. Наракорт. Так, ты кто такой? Кого я вижу? Не все. Кое-кто остался. Я бы не хотел открывать свое настоящее имя. Рыцарский обед. Орден Пылающей Розы? Именно. Может быть, ты сможешь мне помочь? Посмотрим. Чем тебе помочь? Моя сестра. Мы нашли ее утром на постели. Она была без сознания. Кровь стекала из отметок клыков на шее. Это был вампир. Отметки клыков не всегда принадлежат вампирам. Эти точно принадлежали вампиру. А потом, через некоторое время, моя сестра исчезла. Должно быть, превратилась в кого-то, а потом сбежала. Если она стала вампиром, мне придется... Прежде всего, я хочу, чтобы ты ее нашел и подтвердил наши подозрения. Вы знаете Зигфрида из Дэна? Так точно. А что с ним? Вроде его повышают или уже повысили. Не знаю, я с ним не разговариваю. А почему? Он сильно изменился. Многие из Ордена погибли на болотах от рук эльфов. Все, кроме него. Говорят, он провел 2 дня в трупе коровы. Что бы там ни было на болотах, но старый Эйк из Денисле, отец Зигфрида, не стал бы убегать от банды эльфов. Не судите его, если не знаете, господин рыцарь. Возможно, он собрал информацию о тактике Скоя Таэли, но какое это имеет значение, если у него пятно на репутации? Где он? Он тренирует рекрутов у стен Ордена. В храмовом квартале. О, охранник. Господин Леува Арден просит вас составить ему компанию сегодня в 6 вечера. Господин Леува Арден. 6 вечера. Интересно. Милый. Привет. Чем могу? Так. Вот, по идее, камушек вот этот можно поставить. Давай-ка мы тебе дадим, возьмем камушек. Милый, привет. Так. Чем? Расскажи мне, что там так наверху. Благородный господин Леуварден из купеческой гильдии снял второй этаж. Снял второй этаж моей таверны. Я один из приглашенных. Если ты один из приглашенных, ты... Может, золото поможет. Золото я люблю, но заплатить... ты не сможешь заплатить мне столько же, сколько платит Леува Арден. Кроме того, не хотелось бы мне разбирать... А кто стоит за... Тише ты, святые боги. Я так слишком много наговорил. Достой. Прошу прощения, я очень занят. Прошу прощения, я очень занят. Блин. Зажиточный крестьянин. Так, сохраним. Вот сюда и сохраним. Твоя мамаша сосет у краснолюда. Кому бы тут заехать как следует? Так. Что? А ты, похоже, в свое время давай одержал немало побед. Я... У тебя... Давай. Надеюсь. Успокойся. 70... Я... Давай. Здравствуй, как хочется врезать кому-нибудь. Завалил. Ух ты. Я выиграл. Бери, что пожелаешь. 2 бутылки настоя мандрагоры, золотое ожерелье или 150 аренов. Так, я выбираю. Я выбираю. Держи. Нас... Тихо! Так, а мне-то теперь что делать? Так. Ну-ка. П-
Прошу прощения, я очень занят. Лютик. Ну-ка, пропой мне. Я не в том настроении, чтобы слушать. Ай, проблема заключается в том... В таком случае у тебя действительно проблема. Лють ты потерял, да? Куда делась твоя лють? Длинная история. Ну и все. Не будь смешным. Пошел ты в жопу. Блин. О, мне сейчас, блин, до кузнеца бежать. Что у меня там еще по карте-то? Так, Лобищенские ворота. Ворота в храмовый квартал. Дом Трелис. Ну, мне сюда надо. Что за ворот такие? Заперто. Королевским указом. Да. Счастливо. Так, ладно. Мама. Вот так вот. Чтобы знать хотя бы, куда мне там. Сколько растений, блин, у вас в городе посажено, и ни хрена вы не делаете. Ах, если... Я хочу... Мне нужна будет руда или рунный... Сколько это... Это чем... Я хочу... Давай. Да вот, я тебе принес. Посмотрим, что... Так, меч из метеоритной стали. Плюс 20, плюс... Так, у меня какой? Плюс 20, плюс 10. Цена продажи. Плюс 5, 16. Меч из метеоритной стали. Так. 45. Вероятность критическая. Более вероятность обезоружить противника 20. Так. Повреждение. Плюс 20. Критическая. Более 10. Меч выполненный, так. Ну я же не продать хочу. Руна земли. Нифига себе. Нет, получается. Так, ну-ка надо сохранить сначала. Сохраним. Так, что нужно? Мне нужно перековать меч. Вы действительно хотите продать? Нет, конечно. Продать.
Да почему продать-то? Как перековать-то? Не понимаю. Ну-ка еще раз таверну сейчас сходим. Прекрасно. Посмотрим, что получится. Монстры должны сражаться рыцарями. Наконец немного мира и покоя. Дверь не закрывайте. Новый наракорд. Отличная идея. Привет. Чем? Так. Ну это пока оставлю. Использование двух и более кусков. Нанести на лезвие. А мне все-таки вот это мы оставим. А что мы сюда можем? Фиштах. Ласточки назовем, мне по крайней мере. Есть. Привет. Чем? Время-то. Чудесное это. Так и есть. А другие интересные постояльцы здесь. Ты слишком любопытен. Это большой порог. Это большой порог. Я знал, чтобы... что с тобой можно договориться. Слушаю тебя. Последнее время сюда то и дело заходят всякие подозрительные типы. Смею предположить, они носят символ со... Так и есть. Так. Ты не слышал, о чем они разговаривают? Они всегда говорят у очень них тихо. Свои тайны. Уверен? Хм, не знаю, насколько это важно, но я подслушал, как они говорили о пароле для входа в некий подземный комплекс. И что это за пароль? Один из них произнес слово «шип». Спасибо за информацию. Шип. Подожди, мне комната нужна. Прошу прощения, я очень занят. Время только 12 ночи. Ой, 12 дня. Кому мы тут заехать? Кому мы тут заехать? Хочешь... Я тебе за... Посмотрим. Ну давай. Я тебе морду разобью! Давай. Вот и разбил я морду. Мы тут заехать как следует. Эх ты. Я тут на самурайских мечах дрался недавно. Твоя взяла, чужак. Забирай свои деньги и оставь меня. Привет. Будет по местам. Давай. Работали. Да неужели? Вот тебе и раз. Это я еще при обмундировании. Неплохо. Страсть, как хочется врезать. Привет. Будет по местам. Кому бы тут заехать как следует? Давай. Никакого вызова? Интересно.
Вот тебе еще, вот тебе и кулачный боец. Кому бы тут заехать как следует? Хотя первоначально не мог палить. Никакого вызова? Так. Когда-то я был непобедим. Меня называли Надеждой Белых. Не уверен, что я тебя понял. У меня был потенциал. Ты был воином? Ты хотел похудеть. Ношу теперь капюшон, чтобы меня не узнали. У меня... Что случилось? Сначала меня обманули судьи. Несли что-то об ударах ниже пояса. Можно подумать, у того парня вообще как... Продолжай. Но это было только начало моей трагедии. Пока что? Пока я не вышел на бой против Дайсона. День был жаркий. Он надрал тебе задницу? Один удар. Всего один удар. Дайсон, это как Тайсон, я да? Я понял, цирка? Что этот бой мне не выиграть. Ты сдался после одного удара? Нет. Скорее, это была своего рода духовная трансформация. Как насчет ставки? 200... Я буду... Давай. Ах ты, сволочь! Отличная идея! Ну вот и все. Отличный боец. Ты учился драться у Дайсона? Я ведьмак. Выбирай, что хочешь. Я выбираю метеоритные стали и рунический камень. Магический. Я выбираю. А вот. Так. Нормально. Никакого вызова? Что я собираюсь делать? Не двигаться. Спать хочется. А официантке пиво заказать, что ли? Прошу прощения, я очень занят. А где официантка-то? Вот она. От вас одни неприятности. Наберись. Я валюсь. Для тебя? Так, до 6 вечера, значит. Вот так. Мне надо... Во, вероятность критического удара. Разбрызгивая слабый яд по небольшой области. Так, это что у нас? Повышает сопротивление ядом. Так. Регенерация. Ох ты. Здоровье. Это энергия. Так, слезы женщин. Так. Это же у нас бомба, да? Бомба у нас есть теперь. Ну, думаю, вот так вот. Тут, что, где тут 6 часов? Так примерно должно быть. Ну, что еще? Филин можно сделать.
Давай. Хочется врезать кому-нибудь. Никакого вызова. Ну. Так, что у нас там получилось-то? Ласточка, ласточка. Бомба. Ясно. Положение обязывает. Так, сохранить. Где у меня? Сохраняем. Вот поймаю одного, посажу на кол. Ему это понравится. Спутница. Ада выглядит просто божественно. Хотя на мой вкус она слишком костлявая. Это что за... А, миска. Понял, что за миска. О, таинственная рисунка. Принцесса стала. Ну вот мы и на месте. Меня что-то бок побаливает. Может, вернемся к тебе и проверим, нет ли внутренних повреждений. Этим мы займемся после приема. Да ладно, Геральт, не так все плохо. Ага. Улыбайся, ведьмак. Это ненадолго. Может так. Встречку интересно. Ведьмак! Приветствую. Благодарю, что пришли. Здесь почти все, кого я пригласил. Спасибо за приглашение. Простите меня, но я должен вернуться. Поговорим позже, да, ради бога. Веди себя прилично. Госпожа, позвольте представить вам чародейку Трис... Девет, я знаю, кто это. Мы ведь знаем друг друга. Можно сказать и так, принцесса. Да? Я действительно принцесса, хотя я не всегда чувствую себя таковой. Так много... Почему ты так на меня смотришь? Простите, госпожа, но лучшие наряды меркнут в сравнении с вами. Вижу... Закрой свой грязный... Это очень важно. Проклятие может... Хватит! Ваше высочество, позвольте мне вышвыр... Мы больше не желаем с тобой разговаривать. Тебя вызовут, когда ты понадобишься. Ну-ка, подожди, ну-ка. Ни хрена себе. Ну-ка, давайте переспросим тогда. Сейчас мы переспросим. Поймаю одного, посажу на кол. Все будет хорошо. Пока уйди. Привет. Давай тоже по-быстрому. Девет? Можно? Да. Почему? Простите, господи. Следи за тем, что говори. Тихо, Девет. Это был комплимент. Я сама буду решать, оскорбил он меня или нет. Ваше высочество, он выродок. Да пошел ты в жопу. Молчи, Девет. Это называется утонченность. Ну, короче, разницы никакой. И хрен меня нахрен послали. Политика меня не интересует. Так, ну-ка минутку сохранить. Вот сейчас-то очень даже интересно начинается. Геральт, может... Талер, здесь? Доброе утро. Позвольте представить моего хозяина, благородного Эркина фон Бланта. Приветствую, мерздарь. Эркин принял обет молчания и поэтому не может нам ответить. Вам, наверное, интересно, какова причина его визита? Вот уж действительно. Он принес в своей жизни много клятв, одна из которых — защищать королевскую семью. Но, увы, клятвам нужно следовать, несмотря на обстоятельства. А какова твоя роль? Думаю... Думаю, его клятвы на тебя не распространяются. Он позволил мне говорить от его имени. Конечно, не будем тебя беспокоить. А он бухой.
Ну, котём, что-то про... А, выпить. Геральт. Мне очень приятно. Приветствую, ведьмак. Велерат. Правая рука короля. Правад, 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 правад. Геральт, позволь представить тебе Ипата Велерада. Мне очень приятно. Приветствую, ведьмак. Давно не виделись. Велерат, правая рука короля Фольтеста. Госпожа Трис весьма добра. Но мы тут все свои, к чему формальности. Давай. Если хочешь открыть фабрику, магазин или убить... Надо идти ко мне, простите, понятно. Ипат, но... На... Ты знаком тут уже со всеми важными персонами, ведьмак? Мне надо поговорить с Лео Варденом. Люди будь могут осторожен, попытаться вытащить тебя. Люди могут попытаться... Из меня? Будь начеку. Тут у каждого слова есть политический подтекст. А нахрен ты меня сюда притащила тогда? К сыру лучше всего это великолепное красное восточно-тусенское вино. Добро пожаловать на пир Леуа. Я сейчас подойду. Нас еще как. Пришло. Извините, но как осколок прошлого, я очень привязан к старым обычаям. Новые мне никогда... Я патриот. Все делаю на благо короля. Говори прямо. Как всегда говорил скупщик краденого Таллер. Пройдоха Таллер ничего за бесплатно не делает. Скупщик краденого Таллер — мерзавец, которому вряд ли понравится, если в храмовом квартале узнают, что он то и дело трется среди сливок высшего общества. Пусть. Скажу тебе, дружок. Тут завязывается такая драка, что пощады никому не будет. Против кого? Кто тут такой плохой? Обманывать тебя не буду. Ты свой человек, и у нас общее дело. Так скажу, как есть. Короче, сам ни хрена, он не знает. Да. Так, а кто ты на самом деле? Только не крути, дружок. И этот деват... Связан с этим применением. Так, а почему тебя так беспокоит мой... С какой стати ты из кожи вон лезешь, чтобы защитить... меня в игру, как затащить. А почему тебе? Эта игра касается тебя даже больше, чем ты можешь вообразить. Это мое личное дело. Я хочу уничтожить Саламандр. У Саламандр есть покровитель. Да мы это знаем. Лео Варден каким образом связан с... Я бы хотел, чтобы Эркин лично встретился с его ним. Его намерение для его нас абсолютная загадка. Для нас абсолютная загадка. Для меня то правда? Что ты имеешь в виду? Твоя... Подружка, кажется очень неплохо ладит с Лео Варденом. Ну, допустим. Для двух малознакомых людей у них находится слишком много тем для разговоров. Я доверяю Три. Ты знаешь ее лучше, чем я. Но не говори потом, что тебя не предупреждали. Так, а этот деват кто он и что он тут делает? Этот нильфгардский пес всего лишь пешка. Понятия не имею, с как... Объясни. Как и большинство рыцарей Ордена, он комплексует по поводу размеров своего перца. Поэтому он становится невероятно агрессивным каждый раз, как что-то его пугает. О нашей принцессе можно разное говорить, но... Возможно, принцесса ведет свою... Несомненно, но она могла бы осторожнее выбирать союзников. Так. А кто ты на самом... Тимирианская разведка. Я выполняю прямые распоряжения короля. Высокопоставленный. Не могу этого отрицать. А можно лично... А можно личный вопрос? И то... Объяснись! Они Давай. Ограбили меня и убили моего друга. Они преступники, а не зло. Салам... Понял. Спасибо за откровение. Прошу прощения. Так, давайте-ка я сохраню наш разговор. Веди себя прилично. Исчезни, выра... Ведьмак, подойди. Ваше высочество. Теперь мы можем разговаривать свободно. Геральт, расскажи мне про ведьмаков. Что вы хотите знать? Каковы ваши взгляды на политику? О, как мимолетное свидание с любовником. Ты согласен? Так вы никогда не пробовали заниматься изящным искусством вашим? Я впечатлен вашим сравнением. Я вынуждена изучать всякую чепуху. Согласен. Книги это для за... Неважно. Вернемся к нашим любовникам, бродящим по... Понимаешь, ведьмак? Политика все же чем все политика начинается... Политика меня не интересует вообще. Танец все больше напоминает прелюдию. Потом человек охватывает страсть. Он же идиот.
А в конце концов остается печальный рутинный процесс. Хм, простите меня, ваше высочество. Мы ведь взрослые люди, Геральт. И мы оба знаем, чего взрослые... Политика и секс. Могу я задать вопрос? Продолжай. А как к этому относится король? Скучный вопрос. Я выросла голодной, а на этом пиршестве и посмотреть не на что. Если ты правильно угадаешь и принесешь мне то, что я хочу больше... Я сейчас... Чё тебе надо задание? Роскошный прием. Свали рядом на вкус. На вкус надо так. А где? Только так. Говори свободно. Не бойся, я хотел поговорить о принцессе. Я же сказал. Никакой политик. Дьявол, тебе забери. У принцессы бывают странные. Откуда, черт возьми? Я уже давно не разговаривал с... Ошибается, ублюдки из ордена. Может быть, так, странное поведение. Геральт. Мы сейчас пойдем. Мы волосок от того, чтобы тебя обвинили в измене. Велерат, я спрашиваю не потому, что хочу получить какое-то... Насколько я знаю, физически, по крайней мере, с головой-то она не слишком дружит. Она агрессивна. Она... Это вполне нормально. Какая? С моей точки. Да говорит. Ей нужен нормальный, который нормально мужик. Все понятно. Который нормально бы ее трахал. Да. Мне пора. Пока. Так, ладно. Вот сейчас-то точно сохраниться надо. Мы нахрен ни хрена себе угадали. Принцесса. У тебя есть что? Что тебе дать-то? Прочь с глаз моих. Блин. Так. Не прокатило. Что тебе дать-то? Только не говори, что тебе красил перчатки, которые я, блядь, пол игры таскал. Ну, из еды у меня только вот это осталось. Нет, нет, нет. Это... Пожалуйста, дайте мне еще. Хорошо. Но только посмей разочаровать. Мне ну... Быстрее. Я сейчас подойду. Не передадите ли мне вон ту тарелку? Сейчас я занят. Блин. Добро пожаловать на пир Лео. А где? Тюль уже вышел из моды. Пусть небеса покарают меня, если Трис Меригольд не самая прекрасная женщина в мире. Попробуем виноград. У тебя... Пожалуйста. Хорошо. Мне нужно... Быстрее. Да твою мать. Какую еду ей надо? Пожалуйста. Хорошо. Мне нужно... Быстрее. Да... Что за задание такое нахуй? На улице я встретил официанта, который попросил показать ему пропуск. Так, да не то. Листок. Три спросят установить три магических. Так, нет, кулачный бой. Кстати, что с плашным боем? Нужно найти противника посильнее. Так. Может стоит... Так. Ну что, так, надо поговорить с вами о вкусах Ады. Я...
принцессы любимое блюдо. Ты не знаешь, какую... Эта тема не кажется мне неприятной, неинтересной. Да говори. Лучше всего... Так, что-нибудь покрепче. Крошка падла такой. Раз... Я слушаю. Понимаю. Думаю, Тайлер недоволен тем, что его разведчикам приходится... Спасибо. А еда скоро закончится. С Тайлером. Нет? Так. У меня... Когда вернется король? Ха-ха! Сейчас все об этом... Я говорю всем одно и то же. Очень... Так. Ну, с кем поговорить опять не надо. Этот краснолюд ростовщик. Ты не в курсе? Нам ведь положено знать такое дерьмо. Сам понимаешь. Успокой. Принеси мне письмо из соседней комнаты. Оно в сундуке с гербом Тимерии. И смотри, чтобы тебя не... Но... Тогда я тебе скажу... Охренеть. Искался. В этом су... 1-0. Да уж, вино здесь явно разбавлено. Я тут нашел одну бутылочку. Очень даже неплохую штуку. Попробуешь? С удовольствием. Так. Давай. Так, минутку. У меня точно знаю, зелье есть от похмелья. Так, повышает регенерацию энергии. Так, это что-то филин. Вьюнок, неизвестный эликсир, так, белый медведь, токсичный любых воздействий других эликсиров. Так, позволяет видеть в комнате, это кошка. Вот. Нейтрализует последствия алкогольной интоксикации. Вот и все. Так, сохранить. Зато пьяным не шарохаемся. А где он? Ты что там ходишь? Как все? Спокойно, вот письмо. Из тебя мог бы выйти отличный агент, Гер. Я преувеличил. Из тебя такой же шпион, как из козьи. Давай выкладывай. Как... Катаблепасы. Что? Некоторое время назад объявился в Изиме один маньяк, на тебя уж дюже похожий. Заявил, что нет на свете ничего вкуснее, чем правильно приготовленный катаблепас. Шутишь? Ничуть. С тех пор мои люди начали тайную охоту на катаблепасов. Не при... Так. И как же нужно готовить это мясо? Это уж забота Ипата. Я отвечаю за доставку катаблепасов. А как... Так, надо узнать, вот как приготовить, так, достать. Твою мать. Вот. Понимаю. Думаю, Тайлер недоволен тем, что его раз... Спасибо за помощь. Лепсы, блин. Это очень важно. Что происходит? Я думаю, у Адды есть важная инфа. Правда? Это испорченная маленькая... Да ладно. Она хочет катаблепаса, желательно с... Шутишь? Трис, пожалуйста, можешь кое-что для... Это очень непристойно колдовать на приемах.
Я отвлеку внимание. Пожалуй, я лучше справлюсь сам. Так, создать иллюзию катаблепса. Получилось. Стейк из катаблепса. Спасибо, Трис. Кстати, Геральт, а ты знаешь, что я могу наколдовать иллюзию? Я, пожалуй, предпочту традиционные методы. Ничего себе, иллюзия оргазма. Это как так нахрен? У тебя... Стейк-то... Ты знаешь, как сделать женщине приятно. Для меня честь служить вам. За это я дарую тебе личную аудиенцию. Так, в мой альков приходи через 5 минут. В мой альков через 5 минут. Помни, мы будем заниматься политикой. Одного. Его убили крестьяне. Этот дурак даже не защищался. Ну давай, проходи быстрее. Эти сиськи мнете. Пять минут. Это много или мало? Ну, наконец-то. Займемся политикой. Только тихо. Нас не должны слышать. Принцесса все-таки. Как прикажете. Еще бы. А медальон-то задрожал. Блин. Карточка. Геральт, я поговорила с Декланом по поводу тебя. И? Тебе тоже надо с ним поговорить. Внимательно слушай, что он тебе скажет. Что он такого скажет, что на это стоит тратить время? Не руби с плеча. Он сделает тебе предложение, мне кажется, тебе стоит согласиться. А не используешь ли ты меня просто как один из своих инструментов? Ты и твои инструменты. Тебе эта вечеринка тоже кажется скучной? Можешь придумать занятие поинтереснее? Дома, Геральт. Дома. Так, теперь можно переговорить с хозяином глазом на глаз. Я рад, что ты... В чем дело? Как говорится, враг... Звучит банально, но очень правдиво. Геральт, я тебе настоятельно рекомендую сменить тон. Выслушай то, что тебе скажет Дек... Дай-ка я угадаю. Вам нужно, чтобы кто-нибудь сделал за вас грязную работу. И вы подумали, что наивный ведьмак с амнезией для... Абсолютно верно. Ты поможешь нам уничтожить Саламан? Я помогу. Великолепно. Как и любому другому тайному сообществу, Саламан... Ешь быстрее. ...золото. Фисштех – самый прибыльный товар из всех. Наши шпионы обнаружили еще один лагерь саламандр в болотах. Там, а где там? Они собирают травы, которые потом переправляют в другой тайный лагерь. Опять болота и трущобы. Мы всецело полагаемся на твои способности. В том, чтобы обнаружить и уничтожить так. Оба лагеря. Если ты найдешь... Так точно, командир. Рядовой ведьмак к исполнению... Оба лагеря новые, они вряд ли хорошо защищены. Легкая работа для тебя, ведь... Понятно. Приходи ко мне завтра, если понадобится. Она, если нахуй не поехала. Ведь... Помнишь? Конечно. Наметился прогресс. Все еще пытаюсь во всем этом разобраться. Thank you.
которого можно сваливать. Ясно. Положение обязано. Ну давай. Ночь, темнота. Два кота. Они чуть... Из огня до полы, а теперь выпить хочется. Ведьмак, пора уже показать всем, кто ты. Честный человек или трус? В чем дело? Этот мерзавец Сталлер отказывается подчиняться королевскому указу. Что за указ? Королевский указ, закрепленный печатью, властью данной мне, etc., etc., Талер освобождается от должности главы Темирианской службы разведки. И Талер возражает? Не... Да, и за это он лишится головы. Геральт, докажи... Ты же не веришь во всю эту чушь, правда? Я этот не указ верю. Подделка. Это... Заткнись, вшивый шпик. Никогда ДВ Талер... Так, никогда Тетель уйдет отсюда живым. Никогда. Ты пожалеешь об этом. Спасибо за помощь, Геральт. Думаю, тебе лучше на какое-то время исчезнуть. Неплохая мысль. Позже. Хорошо. Встретимся на банкете в новом Наракорте. Толку-то с тобой говорить. Так, ладно. Я это точно сейчас уматываю. Мне куда надо? Это я где? Мануфактура. Дом королевы ночи. Ворота в храмовый квартал. Ну пойдем так. Как это? Это что у нас? Не то. Дверь в мастерскую. А что там может быть? Алхимик. Катализатор работает. А у меня в носу так и засвербело. Терпи! Не надо мне шу... Но я же... Ты все еще тут? Чем ты занимаешься? Я готовлю философский камень. Ой. А без шу... Я из Оксенфуртского университета. Та, которую они используют, слишком ломкая? Слишком дорогая. Так, ты продаешь алхимический так? Ты прода... Я ученый, а не... Я думал, что алхимия — это наука. Чушь! Мой друг. Так, чем ты занимаешься? Как? Я пытался разгадать тайну стали с помощью этой... Например? Сомневаюсь, что у тебя есть то, что мне нужно. Мне хотелось использовать так, для экспериментов руду красного метеоритного железа. Что за... Зериканские тыры, фуфыры о взрывчатых веществах. Может пригодится. Ты все еще... Будь ост... Следующий. Я постараюсь. Это я тебе могу потом принести. Сейчас я хочу наведаться в квартал. Клянусь честью. Храмовый квартал. Мне храмовый квартал надо. Служба. Да. Куда? Ага, так непривычно с этой стороны выходить. Ешь давай быстрее, да пойдем. Мне потом надо на кладбище заскочить. Так, прямо вон там, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. А я не ошибаюсь. И на кладбище. Это только, блин, на кладбище это ключи у меня. Не дай бог, меня не пустят сейчас.
Так-то я ключи ему уже обратно отдавал. Так, ребятки. Спокойно. Кладбищенские ворота. А, нет, все. Видимо, дубликат себе сделал я. Подождите вы. Что-то, а где? Ой-ё, что ё мать. Я что-то не вижу. Куда установлю. Не давай. Охренак его там. Вот в упор не вижу, где можно поставить. Склепе, если только. Ну пойдем посмотрим там. И еще. Нашел. Ну давай. Нужно поговорить с Трис. Вот теперь отсюда и уходим. Сваливаем.
Так, храмовый портал. Храмовый портал. Мне сейчас надо то ли в эту башню ордена. Она нахрен не нужна. А, по пути. Зайдем к одному человечку. Ну я, по крайней мере, думаю, что по пути. Бежим, 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 бежим. Так, ребятушки. А вот где ты находишься? Наверху. Вот сюда. Где ты, козлина? Ой, ёж твою мать. Так, а мне-то надо самого Хольштейна. А где он? Ну и ладно. Куда хотите, Трис? Вперед. Ее здесь нет, она, видимо, там на балу опять. Да, хоть бегу. Куда, кладбищенский ворот, можно было так пробежать. Давай. Ой, ёж, твою мать. Нападай! Так, а куда он? И без меня они не справятся. Что такое это? У вас что, не может быть без происшествий? Налево. Это что? Дозорная башня. А. Надо бежать все вот так вот. Да. Вот сюда. Клянусь честью. И где-то вот здесь вот. Саламандра.
Еще разок. Давай. Ая. На всякий случай. Здесь взять. Пьянчуга. Из огня так полами, а теперь еще и ведьмак пожаловал. Пустите меня. Я куда-то не туда. А, нет, все туда. И отсюда сразу на второй этаж. Где у нас Трис? Вот она. Я разместил сенсоры. Я знаю. Как только ты это сделал, я просканировал. И что же это? Ребенок. Мальчик по имени Альвин в лечебнице Лебеды. Как ребенок может быть причиной аномалии? Ты все забыл. Мы называем дитя его дитя Исток. Он обладает невероятной силой. Старшая кровь? Дар Лары. Я потом объясню. Сейчас мы должны добраться до Альвина. И приведи его сюда. Его... Посмотрим, что я смогу сделать. У тебя могут возникнуть проблемы. Твоя маленькая подружка Шани отказывается отдавать его мне. У меня нет сил с ней общаться. Еще кое-что. Старшая кровь притягивает из других миров при... Понятно. Блин. Жопа жопная. Так, нам надо на болото сгонять. Что за ерунда? Мы снова встретились, ведьмак. Похоже на то. Я должен поблагодарить тебя за то, что спас мою задницу. Я до сих пор не уверен. Конечно, стоило, если тебя беспокоит мир и покой Тимерии. Что ты имеешь в виду? Я чувствую напряжение. Ты забываешь, что я простой ведьмак. Стало быть так. Прежде чем король покинул нас, он оставил мне письмо, которым помещал Вызиму под мою защиту. Видишь? Похоже, настоящее. На время своего отсутствия я наделяю тебя... Верю, что ты умеешь читать. Обрати внимание не только на печать, но и на подпись короля. Понятно. На остальных эдиктах ее нет. Печать легко украсть, а вот подпись подделать значительно труднее. Так значит, все эти королевские эдикты просто подделка. Именно так. Итак, по крайней мере так. Похоже, указы без подписи действительно являются подделкой. Ну, как бы то ни было. Давайте сгоняем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. На болото. Так, у меня там две группы саламандр. Так, что мне... По инвентарю рецепт зелья какого-то белого. Формула серебряны. Ну вот, кстати, у меня такое где-то там есть. О, даже сейчас поучаствовать. Так. Ну-ка, давай-ка. Взяли, мало ли где, что может по дороге сделаю. Так. Мне же их не обязательно держать при себе. Контракт на контриксов. Хрен прочтешь еще. На грайвера. Ну это не обязательно, это чтобы денежку могли мы заработать контракт. Ну хотя некоторые, может быть, и являются главной миссией.
бросать вызов саламандрам? О, смею, поверь мне. Задание на контракт на Грефина. Да в мать твою, ну давай. Умри, дерьмое. На тебе нахуй. Так тебе легче стало? Дерьмоед. Это кончится. У меня там обновилось, конечно, что-то, только я не заметил, что. Так. Как мне выйти к болотам? Купеческие ворота. О! А может, меня если пропустят? А это что, ворота в храмовый квартал? Мне в храмовый квартал надо так-то. Оттуда через болото же уходят. Дом королевы ночи. Господи, какие названия пафосные. Так, кладбищенские ворота. А, кстати, у меня есть камень-то для вас. Я взял. Я, кстати, для вас камень даже не взял. Ха-ха, прикол, да? Ладно. Так. Вас я убил. Куда я хоть туда бегу? Мне надо храмовые ворота. Так. Вон туда мне надо. Давай, давай. Честью, говоришь, клянешься. Блин, еще дальше бежать. А вот он. Плакат. Хочется. Так, надо расхреначить там. Саламандр. Что ты делал в доме этой ведьмы? Она спасла мне жизнь. Если бы не Трис, я бы, скорее всего, был уже мертв. Кроме... Хм. Значит, я у нее в долгу. Но знай, ведьмак, если ты лжешь, ты узнаешь, что я могу... С какой стати мне лгать? Ладно. Кто тебя привел сюда? Знай, эта ведьма пытается похитить одного из моих пациентов. Мальчика по имени Альвин. Даже если опустить тот факт, то, что я несу за него ответственность, то что эта ведьма знает о воспитании? К тому же она постоянно болтает что-то об истоках и тому подобных вещах. Я не допущу, чтобы она наложила свои грязные лапы на этого ребенка. Ты с ней знаком? Я. Так, ну ладно, хорошо, попробую. Я попробую. Проще или нет, ты ее лучше знаешь. Хорошо. Теперь поцелуй меня и иди. Ну это без проблем. Так, подождите, я что-то, что такое? Немного ускоряет восстановление здоровья. За такую работу. Ну давай, быстрее. Купеческий квартал. Так, офицер гвардии. А мне куда здесь надо? Ой-ой-ой. На. Подожди, а нахрена мне купеческий квартал-то? Я отсюда наоборот.
выйти хотел. За каким хреном меня сюда опять перебросило? Что-то я не заметил даже. Так. Вот так. Новые предметы. Храмовый квартал. Ты что, меня сразу обратно перекидывать? Чё, почему не в храмовом квартале-то оказался? Ну, теперь все нормально. Дверь в темницу. Ты там, кстати, как? Не озверел еще там? Не околел? О чем? Если ты собираешься снова загнать меня постараться. Ты забыл, кто я такой, ведьмак? Вообще! Хочешь поспорить, стражник? Поспорить? Спорим, что я отрежу тебе нос до того, как ты в следующий раз чихнешь. Ты сегодня не в настроении, да? Я знаю, что люди со значками «Саламандр» давно на тебя охотятся. Вообще! Я знаю. Так, ну и где? Посмотри, я скажу. Посмотрим. Давай. Саламандры подмяли под себя торговлю наркотиками в городе. Они становятся все сильнее. А мне как? Тебе? Да они за тобой. Они за тобой охотятся. Уничтожь их, получи информацию, которая тебе нужна, и возвращай. Откуда мне начать? У меня есть информатор. Он использует фиштех для своих работ. Он рассказал о дилере по имени Косарь, у которого еще есть порошок. Он... Мы должны выяснить. Откуда он берет товар? Ну вот. Трущоба. Это, кстати, где-то недалеко. Так, что у нас в поликлинике? Лечебница. О, Геральт, повсюду тебя ищу. Никогда бы не подумал, что сестра Наташа такая страстная натура. Да ты чё? Никогда не видел, как она склоняется над пациентами. А эти глаза... Лютик. Ладно, ладно. Так вот, иду я к Наташе. Хочу, значит, поразить ее своим остроумием. И тут вижу... Два высоких странных типа тащат этого парнишку. А тот орёт вовсю, плачет. Они его даже по имени назвали. Понятно, ли... парнишку похитили. О, как раз он мне... Тогда можешь мной гордиться. Несмотря на угрожающую мне опасность, я решил помочь парнишке и проследил за этими двумя ублюдками. Они затащили его в один дом. Ты прав, я тобой горжусь. Ну, сказал же тебе. Ну, так вот, я тебя туда отведу... А потом сложу об этом баланс. Так что иди за мной, не надо поспеши. Давай, подожди. Мне надо посмотреть, у меня где-то бомбы были. Так, филин, нет, не то. Филин не то. Вьюнок не то. Неизвестный эликсир, но там еще неизвестный. Так, белый мед других эликсиров. Кошка, нет, это не то. Слезы жен не то. Увеличивает рефлексы не то. Лес значительно повышает регенерацию энергии не то. Черная кровь. Так, солнце, так, взрыв ослепляет, вот, ближайших, вот, 11 штук, все, понял. Давай, выходим. Давай, веди меня. Веди, веди. Вау, да ты в какой-то район-то пришел. Вот сюда они его и затащили. Я видел, как они вошли во двор.
Отлично. Как это ни удивительно, ты действительно мне помог. Теперь жди здесь и не входи до тех пор, пока в доме не... Эй, ты всегда мне говоришь ждать. Давай. И за что? Еще... Мне всегда приходится ждать снаружи. Ничего страшного. Так, кстати, надо сохранить. Давайте сохраним. Я вот хочу испробовать вот эту бомбу. Скучно. Давай. Ну, по крайней мере. На, ассасин. У меня скоро Black Flag заряжается. Так что я тебе покажу, что такое настоящий ассасин. Я знаю. Теперь они все... умерли? Да, Альвин. Они не оставили мне выбора. Я понимаю, Геральт. А это... Я запомню. Это запомнил. Блин. Ладно. Ух ты, сколько крови. Вот ты им задал, Геральт. Да, это тот мальчишка. И что бы ты без меня делал? Ну ничего, Лютик. Я слышу шаги снаружи. Кстати, третья часть Ведьмака по фильму. Хватай, парни, выходи. Не смотрел, но все говорят, говно ты полное. Ты слышал их отсюда? Ты не перестаешь меня удивлять. Хорошо, я заберу его, но куда его везти? Так, отведи его Шане, она знает, что делать. Трис, конечно, разозлится, но сейчас это не важно. Отведи его к Шане. Как скажешь, но на твоем месте я бы не стал злить. Уходите, они... Ладно, мы уходим. Оставлю парнишку у Шани. Ты смеешь бросать вызов саламандрам? Давай. На. Вот один уже в минус. Сдохни, ублюдок! Давай. Давай, главное вовремя нажать, вот так. Останки. Так. Подожди, ставь так. Все, вроде бы, да? Сваливаем отсюда. Давай. Так, а где у меня тут выход-то, блин? Вон тот, по-моему, выход. Это общество сделано. Ворота к дамбе. Мне слишком мало платят. Ой, блин.
Да, смотрите, как быстро бегу. Да. Ну и все. Всего лишь один был. Ждем утра. Да давай, утра уже. Кстати, можем эликсир какой-нибудь сделать. Белая чайка, так, волчит. Это что такое? Что он делает? Так, разбрызгивает слабый яд по небольшой области. Ну, даже не знаю. Масло от падальщиков. Так. Давай, вот. Остались бомбы только. Так, нагоняй страх на ближайших. Так. Я уже забыл что-то. А, яд. Все, больше пока ничего не могу делать. Ну давай, медитируем. Сейчас на болотах разберемся и, наверное, будем заканчивать на этом. На сегодня. Так. Сейчас дадим значки. Блять, почему ты все время находишься вот за тем, что тебе надо бежать отдельно? Это меня. А правда, что ведьмаки... Чудовище убивает. Ведьмак. Ты хочешь меня нанять? Именно. На болотах у него было наше фамильное кольцо, и мне единственный наследник Кутар. У него... Я... Как хорошо... Где? Мы молились у алтаря Мелителя, когда напали чудовища. Дядя бросился бежать. Прощай. Твою мать, а где тут? Отличная. Подожди, идея. Где купец? Всегда приходится самому следить. Понял. Ну пошел нахер отсюда! Время. Готов? Ага. Готов. Блин, у меня там еще Джеймс Бонд, да, на готове. Лондон 7 агент, не забывайте. Джеймс Бонд, агент 007. Это, нет, даже вроде типа Хитмана, наверное, будет. Не играл ни разу. И Турок 2 еще надо зарядить. Блин, столько всего. Лес на болото. Так, это что у нас? Дом Васхи. Ну, кстати, давайте сходим. Мы что-то к ней давно не ходили. Тот дом-то хоть зашел. Не в тот. Извиняюсь. Привет. То эти чужаки для ки... Сухи. Понятно. Они отогнали лесорубов и многих сразили. Они забирают наших родичей. Водные владыки гневаются. Водные владыки гнев... Что-нибудь еще произошло, пока меня... Великая битва случилась между человеком с пламенной душой и власть... Кто победил? Болото поглотили многих. Наши владыки одержали победу. Понятно. В чем? Слышь? Да... Говори, Васка.
предложили верную цену. Бандиты со знаком Саламандры похитили моих родичей. Заставляют их собирать травы, наши владыки гневаются. Они разделили наших родичей на группы и заставляют... Где я могу найти? Я видела их около разрушенной башни на просеке. Я видела только нескольких родичей. Так что их шеф Роланд. Я займу. Так. Поведай. Человек с огненной душой. Они так, они разгневали владыку. Понятно, про чего она. И благодарю. У тебя. Да мне пока ничего не надо, ладно. Ну давай. Давай. На. Вот так. Так, а что она мне дала за задание-то? Так, у Тайлера на руках есть королевский указ на его правительство. Так, отсутствие его на гонительстве королевской подписи, печать. Похоже, указы без подписи действительно являются исток. Я попросил Лютика отвезти. Так, понятно, кубок размывается. Юс хочет, чтобы я выяснил, кто занимается распространением наркотика. Кольцо. Контракт. Так, ну это контракт и не то. Давай, старикан. Твою мать, а где этот старикан? Пока. Понятно. Да нафиг вы! Всем достанется сейчас! Вот так! Давай! Вот так.
Так. Блин, у старой башни, говоришь. Привет, Калькштейн, как дела? Наконец-то! Я столько ждал этого дня. Величайшее открытие в моей жизни! Да. Так, что у тебя есть? Идем к старым вратам. Ой, к старым вратам, к старой башне. С ними мы разобрались. Так. Теперь надо к лесорубам бежать. Вот так. Через место силы, блин, только он к тем химерам не попасться бы. Их бы еще. Что будете делать? Ага. Подожди, так я куда-то... Ну, правильно, туда. Роща друидов, вот где-то сюда. Чуть в сторонку, вот сюда. Идите нахрен. Еще где-то там трупы собирать можно. Колечко, колечко, кольцо. Давно. Это было давно. Но с этим мы потом разберемся. Что за труп? Давай. Ой-ой-ой-ой. Блин, у меня бы хоть карта была. На помощь! Сноси ему башку. Еще разок. Давай. Слава владыкам, наш спаситель. Ваш. Вы свободны. Мы хотим вознаградить тебя. Что вы знаете о саламандрах? Я... Они обосновались в старом лагере нелюдей. И... Да я уже там был. Так. Кольцо. Так, дипломатия и охота. Я уберил. Так, место лидера. Нужно обыскать его труп. Может, найду что-то важное. Блин, мне опять туда. Так. Вот, кольцо. Так. Так. Кольцо должно быть у часовни Мелите на болотах.
Кольцо должно быть у часовни. Мелите на болотах. А где тут Мелите, храм Мелите? Храм Мелите, значит. Хотя я знаю где. Давай, беги. Мне все равно примерно в ту сторону бежать. Ух ты, смотрите-ка. Что-то не понимаю. Так. Вот он, труп. На. Подожди. У меня где-то бомба была. Это кремень. Нет, подожди. Вот это бомба. На. Стой. Ну и нахрен тебя. Вот так. Подожди. Где кольцо? Все? Ага, все, нахрен. Подожди. Мне вот сюда, лес на болотах, вот сюда мне надо. Бежим. Стол. А, точно, я же здесь где-то отряд проводил, так. Должна быть дорога мимо вот этой хрени. Да подожди ты. Ты перешел мне дорогу и умрешь. Хоть кто-то за меня давай дерись. Сейчас ты у меня завязываешь. Ну. Вот так я перешел вам дорогу. На помощь! На. И. Давай. Бегите. Ведьмак, как раз вы... Возвращайтесь. Да не по... Прежде... Эти саламандры занимаются торговлей наркотиками. Да я знаю, что они занимаются. Они всем занимаются. Так.
Ну так, быстрее давай, беги. Так, мне нужны останки, получается. Ну вот, наверное, его останки остались, да? Нет? Так. Так. Во. Так, список содержит формулу эликсира, получаемую с шестью из шерсти оборотня. Так. Королевский пропуск, предмет для задания, роскошно украшенный пропуск королевской печатью. Так, защищено шрифтом, дважды щелкните мышкой, понятно. Зашифрованный документ. Так, ну все. Бежим. К бабке. Твою мать, ты опять людей из заблуждения ставишь. Так, так, так. Нет, мне не туда, мне вот сюда надо. Так. Людей я освободил, кольцо взял. И вот так вот прошел. Давай. Блин. Ну что, неплохо так-то, кстати. Кошка. И она у меня даже не высвечивается. Ну давай, падла, отвечай. Я все еще ищу твоих пропавших. Молю тебя. Прощай. Блин. Так. Лесорубы оставили свою просеку. Им не хватило, ибо сил отбиться от чудища. А да будут прокляты сухие земли. Мы знаем, что ты повел эльфов против рыцарей. Да будут приближаться день города. Знаете вы. Нас об их трунах в глубинах. Не, я еще знаю местечко одно, где они могут быть, правда. Ты водишь. Так. Прощай. Тут неподалеку живут лесорубы. Может быть, ты тут поселишься? Они нам чужаки редко нам помогают. Я... Так, а ты здесь что делаешь? В зиму растет. Нужны кирпичи. Вот сюда пойдем. А не, смотрите-ка. А где вы еще можете быть-то? У пещеры или в пещере, кстати, они могут быть. Да я вас вообще даже как-то в расчет не беру. Так. Давай в пещеру. Вот они. Так, сохранить надо, сохраниться, а то нахрен я ни хрена откачусь назад. Папа, на помощь!
Давай, еще разок. Боится меня. Вот так. Мы спасены. Я быстр. Прежде. Они... Давай. Все, идите. Можно подиздавать теперь это задание нахрен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вперед. Вон туда мне где-то надо. Так. Ну растение-то ни хрена здесь, кстати, оно сильное было. Я чего только не нажирался, чтобы его победить. Место силы. А мне пока оно без надобности. Так. Вот как мне про мальчика сдать это все дело? Я освободил всех. Благодарю тебя, белый волк. Так. Все сокровища мира не стоят твоей отваги. Если ты хочешь уничтожить бандитов, ищи... Так я и сделаю. Думаю, я знаю, как лучше тебя. Ныне я дарую тебе благословение водных владык и принимаю тебя в нашу воду, болот, и радоваться. Польщен. Такая... Может быть, ты тут поселился? Дело... На твоем месте я бы постерегся твоих новых друзей. Мой отец и дед оба делали ключи. Так, у меня не будет возможности найти. Ну, по-моему, мальчика этого не было, но тем не менее миссия провалена. Ладно, хорошо. Так, а мне что получается, к друидам идти? У них спрашивать. О, карман. Новый клиент? Я... Мне пришлось сюда прийти. А в чем дело? Я не могу... Слушай, я не буду выпытывать, но вижу, что ты несчастна и напугана. Возможно, я смогу тебе помочь. Есть один мужчина, важный человек. Для меня он тоже важен. Он болен, и он оборотень. И я не хочу, чтобы... Не волнуйся, оборотня убить не так легко. И несмотря на распространенное... Толстая Софи сказала мне, что друиды много знают о таких вещах. Да, это правда. Ведьмак. Так, юная барышня, вроде я слишком опасно находиться на болотах. Я спрошу друидов, есть ли у них средства, которые поможет тебе. Так, я убью защитника, раньше, чем ты их найдешь. Юный бар. Спасибо, ведьмак. Ну давай, блин, ты меня, сука, просто гонишь, блядь. Я уже сматываться хотел. Ну хотя к друидам мне и так надо было, раз они за саламандрами следят. Мне сейчас никто уже не встретится, надеюсь. Нет, все-таки, смотрите, плавун какой-то он. Твою мать. Я-то уж думал, все. А оказалось, ни хрена не все. Давай. Вот. Давай, высвободи где-то. Вот здесь просто. Мимо. Обманули, обманули. Давай, 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 давай. Сундук. Двухстрел, костер, вороний глаз. Мать его.
Да что ж ты будешь делать, это, блин, вот единственное, что в этом игра, да, это вот как в готика, если в готике, ну хотя бы все можно делать по пути как-то. Тут придется тебе бегать слева направо и справа на. Будешь бегать еще как минуту так. Все в порядке. Мы задыхаемся в путах, что наложили на нас угнетатели люди. Я ведь не один из твоих фанатиков. Я шучу. Хотя в каждой шутке рыцарь есть доля ордена правды. В открытом бою у вас не будет никаких шансов. Посмотрим. Что здесь делаешь? Разве ты не должен быть со своими что войнами? Круг друидов. Дело не совсем относящееся. Если тебе мы узнали, в системе канализации в Зиме находится руины эльфийского храма. Мы считаем, что когда там остался храма. Кто такая Лара? Ты все узнаешь, если посмотри. Чудес. Лара Дорен Айпшадаль случилась. Понятно, одна из эльфий. Хоть вокруг была ты. Одна из эльфиек, так что ты сильно ненавидишь людей. За что ты так сильно? За что? Ты прав. Я отвечу на... Когда-то я жил в крупном городе среди... Но среди я людей. Многие годы я... Нет. Я все делал... Как она не горит солнце, понятно. Так, но я не признаю таких, и несмотря на их свысока и необоща, люди такие, как они есть... Замереть на месте. По мне, так эльфы мало чего отличаются. Так. Но я... Эволюция не... Прощай. Инвоэд стрэй... Не хватало еще что-то себе повесить. До приветств. Неужели так, мой... Это Геральт, знаменитый белый волк. Я много. Я по... Понятно, да, так. Белый волк. На болотах появились бандиты. На болотах деревья передали. Я познакомился с женщиной, ее зовут Кармен. Так, я... вот. Ты ведьмак. Когда-то я, может, и знал, что делать в таких случаях. Конечно. Я не моя знаю, насколько средства ликантропии, хотя я сам их не испытывал. Я думал о магическом. Я не знаю, как приготовить такой эликсир. Тебе помочь стоит рубашка из собачьей алхимика. Петрушки. Рубашка из собачьей петрушки. Да, был. Благодарю за совет. Я запомню. Запомни, прежде чем. В противном случае он продолжит. Чудовище. Понятно. Да, белый. Можно и так сказать. Партнер... Мне рассказа, к сожалению. Я люблю играть. Блин, тоже игрок. Да. Что ты думаешь? Политические конфликты. Понятно. Да. Я думал, что-то хорошее он мне ответит. Так. Ну как, кто мне, кстати, дал задание-то? Про это гребаное кольцо. Вот. Я нашел так. Блять, а где я его брал? Я ж его где-то в деревне брал, кстати. Надо в деревню и вернуть. Ну, давай. Ну, правильно вроде бегу, да? Давай, давай. Дождь. Скоро, кстати... Да, весна будет. Потом лето, дождь. О! А в дождь я люблю гулять. Это же прекрасно. А где я? Твою мать, надо куда? Пещера. А я вообще где? А, мне надо немного свернуть сюда вот. Давай, вот сюда. Налево. Налево идем. Труп, плавун, болотные кикиморы. Ой,
Все, мимо. Ну-ка, стой, ну вообще куда я бегу? А, не, ну все правильно, я бегу. Вот так вот меч в этом положении. Ускоряемся. Эх, это работяги. Блин, блинский. Вот это растение тоже, блин, как я как вспомню, так вздрогну. Кого я тут брал? Мой отец и чужаки редко тебе помогающие. Может быть, ты тут поселишься? Да где ты нахрен? Прощай. Мы благодарны тебе и поэтому разрешаем вместе с нами. Прощай. Мне бы хоть где-то высветилось бы. Это хрень. Мой отец и дед оба делали кирпичи. Было ясно, что я тоже стараюсь. Может быть, ты тут поселишься? Нам бы не помешало. Пошел ты нахуй. Что-то где-то в доме сидит. Может быть, ты тут поселишься? Нам бы не помешала защита. Бля. Добрый господин, нужна... Сваливаем. Время. Да, плывем в гору. Давай, все, уматываем. Там дождь, а здесь что? Так, отчаявшийся купец. Я наш прям прощай. На, забирай кольцо. Пойду повешусь. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!